Главным политическим событием последних двух недель стал 16-й съезд партии «Единая Россия», который проходил в Москве. На съезде подвели итоги работы за 5 лет. Якутию представляли 18 делегатов и участников. Подробности в нашем следующем сюжете. В первый день работы съезда на 7 дискуссионных площадках, названия которых соответствовали разделам партийной программы, проходили дискуссии. Перед делегатами, прибывшими из всех регионов России, выступали руководители министерств и ведомств, депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации. Речь шла не только об итогах за отчетный период, но и о планах на перспективу. С пониманием были восприняты отчеты региональных отделений партии и намечены пути решения проблемных моментов. Я вот хотела послушать, как и работают, да, наши вот однопартийцы, какие программы у нас имеются по линии фракции «Единая Россия». И многое узнала для себя, как наша вот партия, да, работает во благо народа. Дискуссия, которая касается экономики и развития экономики и благосостояния, это один из ключевых моментов предвыборной программы партии. А так как предвыборная программа уже находится в активной фазе реализации, безусловно, возникает необходимость детализации некоторых моментов. И вот, собственно, о деталях этой программы сейчас и идет речь. Второй день работы съезда начался с приветствия президента Российской Федерации, который зачитал председатель политической партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. «Единая Россия внесла огромный вклад в построение свободной, сильной, процветающей страны. Программа партии – это программа развития России. Это значит, что ваша деятельность должна быть еще более ответственной и эффективной». В отчетном докладе были подведены итоги за 5 лет, а также было отмечено, что программа партии – это программа развития России, и больше полномочий в работе партии необходимо предоставлять регионам. Партия намерена дальше работать и с гражданами очень активно, для того, чтобы улучшить социально-экономическое положение Российской Федерации. Также партия готова работать со всеми, кто обращается. И, конечно же, будет реализовывать свои партийные проекты во всех регионах Российской Федерации. Съезд избрал новый состав Высшего и Генерального Совета. От Республики Сака-Якутия в состав Генерального Совета вновь вошел Степан Сыргыдаев. Сегодня наша Всероссийская политическая партия «Единая Россия» подвела 5-летний итог своей работы. И есть очень большие результаты. Это результаты вот в 2016 году. Мы в Государственной Думе Российской Федерации взяли абсолютное конституционное большинство именно вот 343 нашими депутатами. Впереди у партии власти большая кропотливая работа, направленная на созидание и процветание страны. Надо сказать, что все-таки результат есть, как бы не ругали партию «Единая Россия», она и на федеральном уровне, мы видим, что выборы в Государственную Думу показывают, что конституционное большинство – это «Единая Россия». Ну и то же самое хотел бы сказать и про наш субъект, Республику Саха-Якутия. У нас большинство в парламенте нашей Мельтумени. Мы неплохо, считаю, провели выборы Государственной Думы, мы неплохо провели муниципальные выборы. Ну и надеемся, что также население республики поддержит партию на предстоящих выборах 10 сентября. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.